киндер-сюрпризы. Киндер-папис. Вы на канале Супер Дашулька. Сегодня мы будем с Дашей открывать вот такие вот киндеры. У нас целая коробка. Так, серия у нас получается вот Маша и Медведь. Такие вот. Еще Маша. Знаю, там все серии. Еще Маша есть, да? Еще и Маша. Еще. Есть. Сейчас. Так. Еще. Сколько их там? Ой, много, все рассыпались. Еще ну что, нам их все равно открывать. Еще и Мишка есть тут. Да. Да. Ну что, будем открывать? Да. Да? Давай, держи. Открывай. Тогда давай вот этим мы уберем в сторонку. Давай, помогу, наверное. Что там тебе попадет? Я тебе... Открывай, ты дальше. Вот, держи, открывай дальше. Что там у тебя попадется? О, серийная игрушка попалась, наверное. Ну-ка, давай я открою. Нет. Я тебе покажу. Тут попался у нас... Сейчас. Ой, тут попался у нас Мишка, наверное. Мишка! Да, сейчас покажем всем, какая у нас вот серия. Тут Мишка, Маша, Волк даже есть. А вот какой нам попался. Так. Пау! Вот какой. Давай мы его попробуем собрать. Так, как он тут? О, смотри, какой Мишка попался. О-о-о. Держи. Давай, открываем второе яйцо. Держи, с Машей. Маша. Давай с Машей попробуем теперь. Теперь с Машей. Теперь Машей. Давай это в сторонку, я уберу пока. Еще Мишку. Он не будет меня взять. Да, он будет Мишкой стоять смотреть, что там попадется еще, Даша. Давай. Мишка. Тетя Верим. Давай мне подружку Машу. Сейчас. Хорошо. Давай я тебе открою так же, а ты продолжишь. Сейчас. Еще Мишка. И давайте подружку Машу. Сейчас я игорю. Это супер. Супер. Еще. Так. Сейчас посмотрим, что тут у нас еще попадется. Маша. Что же у нас тут еще попадется? Думаешь, Маша? Ну, это не серийная игрушка, это какая-то вот. Она желтая. Лисичка. Тут какая-то машинка попалась нам. Да. Сейчас мы посмотрим. Это у нас тачка какая-то. Грузовик. Грузовик. Джип. Джип какой-то нам попался. Так. Попробуем его собрать. Вот, получилась у нас машинка такая. Блин, она, по-моему, заводная. Ну-ка, лови. Лови машинку. А, нет? А, вот так она. Ну-ка, лови. Опа! Упала. Ладно, не поднимай. Давай следующую. Давай следующую поднимем сейчас. Давай вот эту открывать еще. С Мишей теперь. Открываем с Мишей. Давай мы сейчас с Мишей, а потом с Машей откроем еще. Угу. Это Маша. Давай посмотрим, что у нас тут. Машу. Что у нас тут? О, серийная опять. Так. Так. Серийная. Нам опять попала серийная игрушка. Нам сегодня везет. Так, и там нам попался... Волк. Волк. Вот. Такой же коллекции вот волк вот такой. Смотри. Какой на луну воет волк. Держи. Вот к Мише пришел волк еще. Да. О, привет, волк. Где же Маша? Так, давай теперь с Машей откроем. Давай с Машей, может тут Маша попадется нам.
соберется вся компания тогда. Да. Да. Три. Так. Сейчас посмотрим. Иди, папа. Посмотрим. Какая? Это не серийная. Так, ладно, все. Что-то я уже какую игрушку открываю, а следующую будешь ты открывать. Так, это у нас что-то непонятно попалось. Такое. Это... Угу. Какая-то крутилка. Крутилка-вертелка. Какая-то. Так, сейчас проверим. Крутилка-вертелка. И вот у нас из этих карусельки получились вот какие. Ой, смотри, как они, наверное, вот так. О! Так, а это еще одна. Там две. Там две попалось. Это долго крутится. Так, ну что, продолжим? Да! Давай. На, теперь ты открывай, я сейчас. Так, на дорогу. А ты продолжай. На, открывай. Тает уже? Да, надо быстрее открывать тогда. Так, могу. Давайте помогу. Тает во рту. Ой, тает в руках, а не во рту. Нет. И во рту. Угу. Так. Папа, нам не тот самый. Это не серийная тоже, какая-то другая попалась нам. Непонятно какая. Так, что же тут нам попалось? Ой, это что такое? Это что-то непонятное, не знаю. Это не знаю. Это что-то непонятное. Ух ты. Какой-то воздушный змей, что ли? Наверное, воздушный змей. Какой-то. Вот еще. Вот такой. Вот такой воздушный змей, наверное, получится. Вот такой у нас получился. Это бумеранг. Так, тихо, и швырять его, наверное. Ладно, положим пока. Так, давай еще следующее открываем. Так, вот, давай это отсюда возьмем. Я тебе сейчас. Я думаю, сюда, моем. Отсюда, ну бери, бери. Бери оттуда. Давай, Машу, давай. Давайте на дорогу. Ой. Так, вот, держи. Открывай. Посмотрим, что там у тебя попадется сейчас. Надо нам Машу еще, да? А то у нас медведь есть, волк есть, да. А Маши нету. Нет. Надо, чтобы нам Маша попалась. Да, надо нам и вот. Да. Папа, дай нам яичко. Папа, нам Маша. Угу. Открывай, открывай. Сейчас будет мало. Посмотрим сейчас. Маша там попадется или нет? О, серийная, наверное, Маша. Давай я открою. Наверное, Маша. Я думаю, попалась. Давай. Так, а серийная. Серийная. Я думаю, Маша. Давай посмотрим, проверим. Да. А ты думаешь, что там? Миша. Миша? Да. О, ты права. Там Миша попался. Да. Миша-повар. Миша-повар. Вот. Вот такой. Такой Миша-повар да. Попался. Ура! Молодец, да. Вот у нас какой Миша-повар получился. Я повар. Что, вам суп сварить? Да. Вот еще Миша попался. Так, что, открываем следующее? Да. Надо, чтобы Маша попалась нам. Давай, выбирай, какое? Выбирай. Маша. Ну, бери яйцо. Яйцо? Бери. Нет, так, ну, вот это. Давай, ладно. Сейчас. Думаешь, здесь Маша попадется? Держи. Да. Сейчас проверим. Я не пью Машу. Ну, нам Маши не хватает. У нас даже двое Миш. Что попалось, это? А Маша ни одной. Не,
Да. Давай, давай я. Прилипает. Нет, это не серийный попалась. Это другая. Сейчас проверим. Давай откроем. Давай откроем. Там машинка опять нам попалась какая-то. Опять какая-то машинка. Так, сейчас посмотрим. Вот какая. Какая-то. А, ее запускать так можно. Ну-ка. Вот у нас какая-то машинка интересная получилась. Вот. Это ее как заводной механизм. То есть вот так вот. Надо. Вот, и она поехала. Прикольно. Давай. Давайте помогу. Будем открывать с Мишей. Держи. Держи, открывай. Ух, как у тебя получается хорошо. Держи. Давай откроем это яйцо. Ну, наверное, там Маша точно будет. Да. И Миша. Или Миша третий, что ли? И волк. Волк у нас есть. И два Миши. И волк у меня попалась. Маша бы нам попалась. Было бы хорошо. Да. Миша есть. Да. Тебе помочь? Ну, это тоже не серийная, какая-то другая. Давай, посмотрю. Так, посмотрим, что нам тут попалось. Что-то зеленое. Что-то... Попалось нам что-то зеленое тут. Ну-ка, посмотрим. Какой-то зайчик. Зайчик-рисовашка. Им рисовать можно. Вот такой серийный, разноцветный. Да, так. Вот оно, зайка. Стоит вот так, смотри. Ой. Упала там штучка какая-то. И тапочка. Да, вот так он крепится. Как-то так он стоит. Подставка его, вот он. Да. И можно рисовать. Так, взял. Так, вот у него карандашики со всех сторон. Ручки, ножки. И он может рисовать. Держи. Папа, я буду взять листочек. Да, возьму листочек, потом будем рисовать им. Продолжим? Надо нам Машу найти. Главная задача нам найти Машу. Да! Да. Давай ставь зайку на место. Ставь зайку слушай, на место. Папа! Давай, теперь можно. Слушай, я... папа! Давай, теперь я можно на... вот, возьму яйцо. Я да. хочу вот это. Я думаю, что Маша вот здесь спряталась. Давай проверим. Да. Интересно, повезет мне, нет? Тебе с Мишей повезло? Да. И волк. Да. На, держи, открывай. Открывай, посмотрим. Мне кажется, что все-таки там Маша. И Ханюшка. Да, ну опять как это не серийно попалась. Давай посмотрим, какая же у нас там попалась игрушка. Не знаю. Нет, это у нас непонятно пока что. Нет, это какой-то динозавр. Проходон какой-то. Папа, проходон. Ты что, и пасу? Проходон какой-то. Папа, ты и пасу? Да. Вот как вот у нас прохтозавр получился. Какие у него зубы. Да. Смотри, какие у него зубы. Может рот открывать. Можно, может есть что-нибудь там. Смотри, держи. Это мама. Смотри. Папе, это его мама. Угу. Так, что-то у нас все попадали тут. Положи сюда его. Так, давай, у нас еще осталось папа, вот с собой яички. Давай, вот это откроем. Вот так. Вот так он разговаривает? Да. Держи. Давай, тут откроем. Да. А меня звать отсюда Маша. Ну, я надеюсь, что Маша все-таки. Потому что у нас уже все попались, кроме Маши. Я надеюсь, что там нам попадется Маша. Да, Миша ее будет заделить. Да. То она еще. Пап, давай, ты будешь. Где Маша? Давай. Где Маша?
Я нет. уже суп сварил, а Маша нет. Гуляет, сейчас. Наверное. Но Даша, я... ты знаешь, где Маша у нас гуляет? Нет. Перекоса, Мишка, она там. А, она там? Да. Ну, подождем пока. Маша. Ты сейчас икону Машу, Миша? Миша? Да, я жду. Ты сейчас икону Машу? Давай, помогу. Вот серийная попалась нам какая-то. Сейчас проверим, что же там серийного. Вот. Маша, муж. Я думаю, что... Нет! Там еще один волк. Там волк еще один попался. Там. Так. Ну, у нас последняя попытка. Да? Пипи-пи-пи. Последняя попытка вот в этой серии. Мы открываем... Это мы откроем в следующей серии. А в этой серии мы открываем последнее яичко. Открываем? Да. Давай. А надо... Да, я все-таки думаю, что вот в последнем яйце нам все-таки попадется Маша. Держи, открывай. Ой. Да. Да, потому что серию нужно завершить победой. Победой. Да. Маша победой. Да. Давай еще вот это. Давай. Давай это сейчас откроем еще, посмотрим, что там. О, еще одна серийная. Ну, я как чувствовал, что там будет, наверное, как ты думаешь? Маша, ну-ка. Вот это да. Вот это да. Вы не поверите. Но нам попался третий волк. У нас уже три волка и ни одной Маши. Представляешь? Три волка. Вот, раз, два, три. И ни одной Маши. Вот, Мишки нам два попались сегодня. Динозавр какой-то из серии. Машинка. Зайка. Такие вот крутилки. Две штучки. Это машинка. И бумеранг какой-то. Вот. Вот какая. Маши нет. Ну, я надеюсь, что... Мы в следующей серии будем еще открывать много киндеров. И там нам обязательно попадется Маша. Вот какие у нас сегодня попались игрушки. Это два мишки. Два мишки. Да, целых три волка. Динозавр какой-то морской. Машинка. Зайка и совашка. Две крутилки, как ела. И воздушный змей. Это икетка. Да. Папа, тебе понравилось? Тебе понравилось сегодня открывать? Да. Да, ну, только Маша не попалась, да, нам не одна. Ну, ничего страшного, в следующей серии мы обязательно покажем. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравилось вам это видео. 150. Так и я, и 500 кинул. Да. Пока-пока. Пока.